Часы сплетались в дни, дни в месяц, в годы, и нам бы время приостановить, стереть все то, что кажется невзгоды, вернуть бы радость там, где счастье нить. Часы сплетутся в дни, дни в месяц, в годы. Порой мы любим завтрашние дни и смотрим вдаль, а там прогноз погоды как будто предвещает не дожди. И мало кто задумываться хочет, что вот сегодня надо дорожить и заполнять его в красивый почерк, благодаря Всевышнему за жизнь. Вчера и завтра время не бывает. Такое людям Богом не дано. Сегодня время, и оно проходит. Давайте дорожить тем, что дано. Аминь.